вылез из того конца Пущино. Вот, все время на машине дальше и дальше уезжаем. Ну, чтобы удобнее нам было возвращаться. Сейчас мы плывем против течения в сторону Серпухова. Серпуховского моста автомобильного. Ну, до него где-то порядка, я думаю, километров 15. Ну, мы туда не пойдем. Мы сейчас вот немножечко здесь прогуляемся. Вот. Далее развернемся и туда планируем по течению обратно сплавиться. Вот тут какие шикарные пляжи. Люди прямо на машинах приезжают. Вот. Вот, вот эти берега крутые. Вот, а это пологие. Вот здесь очень мелко. Мель. Сегодня погода вроде бы хорошая. Оделись в этот раз, чтобы от солнца не сгореть. Потому что на воде, конечно, сгораешь сразу же автоматически. Вода теплая. Так что плывем и знакомимся с новыми местами. Вот откуда приплыли, там очень интересное место. Песочек. Удобный подъезд, в отличие от тех мест, куда ранее ездили. Ну, соответственно, кроме Лужков. Лужков там, можно сказать, оборудованный подъезд. Ну, везде люди вон подъезжают. Ну, где машина? Без проблем. Вот целый пляж занят. Сейчас поплаваем, потом выйдем весь в эфир с нового места.